каякинг – сплав на персональной гребной лодке, которая называется «Каяк». Сапсерфинг – катание на доске по волнам с использованием весла. Оба направления уже не первый год привлекают туристов из Москвы и ближайшего Подмосковья. За прошлый год в Звенигороде организовали водные путешествия на каяках для 4000 человек. Здесь оставляют машины, мы их забираем, отвозим на место старта. Да, все проводим, инструктаж проводим, вот карты выдаем, они сплавляются по Москва-реке. То есть каяки, сапы. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с организаторами и обсудил возможность продвижения этого туристического направления на территории округа. К сожалению, в данный момент отсутствует инфраструктура, которая позволяла бы нам с комфортом и безопасностью осуществлять эту работу. Да? То есть, грубо говоря, у нас нет точки, где мы могли бы принимать наших гостей с понтоном, с туалетом, с раздевалкой. Спортсмены выступили с инициативой установить на стыке двух маршрутов в Звенигороде понтонную станцию, где участники заплывов могли бы переодеться и отдохнуть. Также прозвучала идея в будущем для любителей каякинга и сапсерфинга проводить большой тематический фестиваль. Глава муниципалитета данные идеи поддержал. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».